Добрый день, Людмила Сипягина, директор компании «Альянс Жизнь», представительство немецко-российского холдинга у нас в Череповце. Мы обращались за помощью тренеру питерцу Эдуарду Николаевичу для того, чтобы он помог провести тренинг целеполагания. Было это около полугода назад, и сейчас мы можем уже сказать о результатах, которые получены после этого тренинга. В своей практике мы стали применять один из эпизодов этого обучения – дневник успеха. Каждую неделю мы проводим небольшие плановые собрания и делимся опытом, положительным опытом, который был произведен за неделю. Практика показала, что именно такой системный подход и культивирование успеха позволяет нашим агентам быстрее входить в профессию, быстрее набираться профессионализма. И сейчас за такой небольшой промежуток времени мы увидели, что количество людей успешных у нас в агентстве увеличилось. Кстати, мы поменяли статус с управления продаж на агентство. Это тоже хороший знак. И мы продолжаем пользоваться услугами этого замечательного тренера. Сегодня еще один тренинг прошел на тему уникальность. Тоже получены положительные результаты, много вопросов и желание сотрудничать дальше. А я желаю успехов Эдуарду в его замечательном деле, в том, что он помогает людям находить себя, находить профессии и становиться успешными в нашей жизни. Это так сложно. Спасибо вам и желаю успехов всем, кто обращается за помощью к этому уважаемому тренеру.